17 декабря в столице республики состоялась церемония вручения ключей от 12 школьных автобусов. Они закуплены за счет федерального бюджета. В ходе торжественного мероприятия глава Адыгеи осмотрел новые автобусы и пообщался с директорами школ. Мурат Кумпилов отметил, что благодаря средствам, выделяемым правительством Российской Федерации, в республике удается своевременно обновлять школьный автобусный парк. Таким образом, в Адыгее полностью обеспечивается доступность бесплатной перевозки школьников, а также комфорт и безопасность детей. Автопарк обновился и в двух школах Кашхабльского района. Ключи от новых автобусов из рук главы республики получили руководители Бличепсинской школы и поселка Дружба. В муниципальном образовании Кашхабльский район 13 общеобразовательных учреждений, где 14 единиц школьных автобусов осуществляют подвоз 1310 детей, проживающих за 1 километр от образовательного учреждения и дальше, по заявлениям родителей. На сегодня все школьные автобусы, весь автопарк соответствует требованиям и стандартам государственным. Но мы буквально вчера получили 2 новых автобуса. Это школа номер 6, поселок Дружба, и 5-я школа, аул Бличепсин. Но в 2022 году ожидаем 5 автобусов. Это 3 «Газели» – Хачимзи, Казенок Ужорка и Гирухай, и 2 автобуса «Вольные» и «Аулхудс». А до 2022 года у нас весь автопарк соответствует и по срокам, и по всем требованиям, стандартам ГОСТ. Новый транспорт в первую очередь станет залогом безопасности детей района, которые ежедневно пользуются школьными автобусами по пути на занятия и обратно. Огромное, конечно, спасибо руководству республики. Это за счет федеральных средств, но они держат и руководство республики, и Министерство образования республики Адыгея, и руководство администрации муниципального образования. Все очень строго держат это на контроле. Конечно, им огромная благодарность от имени всех детей, всех родителей.